саженцы и рассада лилейника гибридного Сабины Бауэр определенно удивят сочетанием лоскутных, струящихся лепестков и нежной сиренево-белой окраски. Многолетник отличается величиной цветков, они растут в свободном порядке и собраны в соцветия по 2, а то и по 7 бутонов. За счет впечатляющих крупных цветов, мясистой корневой системы и длительного срока цветения Сабина Бауэр довольно широко используется в садовничестве. Он подойдет для солитерных посадок рядом с водоемами или в окружении других растений на клумбе. Лилейник гибридный Сабина Бауэр – это многолетнее растение высотой 65 см. Расцветает лилейник гибридный Сабина Бауэр в месяц июнь, а второй раз может цвести в месяц август. Интересные цветы лилейник могут быть до 15 см. Лилейник гибридный Сабина Бауэр создал Солта. Создан сорт был год 1997. В истории лилейник гибридный Сабина Бауэр были и награды. World of Merit, 2005 Honorable Mention, 2002 GK, 1997 DKS, 2002. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.